Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют успех в районе южнее Работино и закрепляются на достигнутых рубежах, сообщает вечерние сводки Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Россияне, в свою очередь, снова безуспешно пытались наступать в районе Марьинки, Новомихайловки и Авдеевки Донецкой области, а также Новоегоровки Луганской области. А на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Шахтерском, Запорожском и Марьинском направлениях российские оккупанты активно применяют авиацию и артиллерию. ВСУ отразили все атаки. За сутки украинская авиация нанесла удары по 9 районам сосредоточения живой силы войск РФ. Также украинские ракетные войска и авиация уничтожили 9 артиллерийских установок, 6 пунктов управления и склад боеприпасов российских оккупантов.